Всем привет! Меня зовут Анастасия, и вы на канале «Техника бальных танцев». Сегодня мы с вами будем говорить о популярных вариациях в латиноамериканской программе по версии имперского общества. Вариант исполнения кубинских роков по книге «Популярные вариации имперского общества». В данной редакции пара начинает из веерной позиции с шагов 1-6 хоккейной клюшки. Партнер танцует 2-3-4 раз, 2-3-4 раз. Дальше он танцует шаги 1-2 основного движения, 2-3, шаг диагонально назад, 4 раз. Правая рука располагается на правом бедре партнерши, останавливая ее движение. Отсюда мы танцуем быстрые кубинские роки. 2 и 3, 4 раз. И дальше партнер танцует шаги 4-6 основного движения, ведя партнершу на алиману. 2, 3, 4 раз. Заканчивает пара в закрытую позицию. У партнерши партия при этом будет следующая. Начинает она также с шагов 1-6 фигуры хоккейная клюшка. 2-3-4 раз. 2-3-4 раз. Шаги основного движения. 2-3-4 раз. Шагает диагонально вперед. Танцует быстрый кубинский рок. 2 и 3-4 раз. И алиману 2-3-4 раз в закрытую позицию.